если ты меня пощадишь, я больше никогда не буду обзывать тебя. Нет. Ах ты ж гном. Ладно, мне на работу пора. Доигрывай сам. Я люблю коньяк. Я тоже люблю коньяк. Ой, Сай, наконец-то! Ты пришел! Я ждал тебя! Давай сыграем! Ты не видишь, я с девушкой! Отстань от меня! А ладно, пусть идет к своей девушке! Ой, ты самая лучшая, кого я встречал в своей жизни! Хотя нет, этого я так не оставлю. Надо как-нибудь заставить обратить на меня внимание. И тогда мы говорим ему: или ты сейчас отгрызаешь ногу своей младшей сестры, или ты сейчас отформатируешь свой Windows. Неужели он отформатировал Windows? Ты что, дура что ли? Конечно, он выбрал ногу сестры. Ваш брат Акакий взорвал одну из немногих атомных бомб Российской Федерации. Приезжайте, разберитесь с этим. Совсем одурел, тварь бородатая, чтобы сейчас стоял около меня и только попробуй куда-нибудь уйти. Как думаешь, Александр хорош в постели? Добрый день, ваш брат Акаки только что продал 10 килограмм кокса. Проконтролируйте его. Да как ты успел? Заеб! Извини, но нам надо расстаться. Ты не уделяешь мне своего внимания и где-то пропадаешь. Выпускок взаимжевры в пейсущий из вчевщего пхавла хрыпхвар в щфыпком шервем высоверет щуп щуп вчевла фыпп. Дура какая-то. Да, вот это была любовь. А ты что смотришь? Ну, я смотрю женскую передачу. Ну-ка. Вот смотри, вот сейчас будет. Ha ha ha!